Ну что, друзья, Олеся Винникова. Опа. Я сейчас не объявил ее как Винницкая. Это близко к моим украинским эмоциям. Винникова. Олеся. Да, здрасте. 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 Анатолий. Алексей. Очень приятно. Куда можно присесть? Да вот туда, на самом деле. Хотя я смотрю, мы что-то как в одной цветовой гамме, а Илья выпадает. Я постою здесь, не переживайте. Садитесь, желтые. Садитесь прямо на iPad. Слушайте, вот очень интригует фраза из вашего резюме. Уж извините, что мы вслух их прям читаем. И ее, вернее, фразу. У меня есть подруга, делится с нами Олеся, с которой мы изобретаем различные образы для фото, а потом воплощаем их прямо в жизнь. Да? Ну да. Ну расскажите, как это? Что это за игра такая? Ну, как бы мы с ней вдвоем очень увлекаемся, как бы, ну, там, фотографией, там, всякими съемками роликов. И поэтому, как бы, мы придумаем что-то необычное, там, нестандартное, не какое-нибудь там просто фэшн, а что-нибудь такое, ну, неординарное. Да. Вот, фотографируем это и... Крайняя фантазия ваша. Мы однажды измазали девушку. А еще третья была? Да. Так. Серебряной краской целиком, то есть, ну, как бы на ней были тут только... Тут одни детей не измазали недавно серебряной краской. Нет, так, ну, так, она так, как бы была в трусах, и все остальное было голое, и как бы полностью серебряной краской, волосы в серебре. И как бы она позировала, она еще очень, ну, как бы была хорошей моделью, и мы прям истинное удовольствие от этого получили. Позвать можно ее к нам? Может, она придет. Подружки есть? Вот? Стандартно. Пусть подружка приходит, нас здесь трое. Может, еще одну фантазию? Да, да. Можете нам еще, да, прям вот. А самую вот... Подождите, ребят, вы помните, да, что мы девушку тестируем, на, так сказать, на соведущую? Конечно. Ну, креативно же. А, у вас это креатив, правда? Конечно. А вы вообще вы такой человек творческий, прости, что перебил. Ну, да. Я и работаю в творчестве, и у меня хобби творческое, вообще в другом одно творчество. А нас бы вы чем измазали? Вас? Угу. Тоже краской. Ну, только разноцветный. Там красный, зеленый, ну, синий. Ну, радуга, знаешь? А вы всех краской можете? У вас все фантазии, что, ну, краской? Нет, нет, конечно. А самая неудачная фантазия? Которая не получилась, за которую в милицию забрали. Ну, такого не было. Ну, просто была же, наверное. Дурацкая. Подождите. У нас все хорошее. Все хорошее. Вы нам двух словах скажите, зачем вы здесь? Ну, прям, может, у вас концепция какая-то готовая. Или краска. Может, предложение есть РАЦ для программы? РАЦ. Знаешь, что такое РАЦ? Нет. Рационально. Рационализаторская. Ага. Ну, предложений нет. Ну, как бы, я не знаю, я просто пришла, потому что, ну, как бы, мне интересна эта тема. А тема вас интересует, да? Да, меня интересует. Пойдем. Мне нравится, вот, как бы... Съемочный процесс, вас здесь нравится. Вот. Может, и, мы аспиратором устроим? Слушайте, осветителем можем устроить. Нет, скажите красивую какую-нибудь фразу от души, а я вам пойду покажу, как там аппаратно все устроено. На камеру? Ну, да. Красиво. Ну, скажите там. Любую? Любую. Я вас всех так люблю. Паршивик, ну ладно.